Всем привет, дорогие друзья, с вами Will Know, и в этом видео расскажем о том, что у нас добавят в 10.2.7. Но перед этим сходу, как всегда, дымовички! Дымовички — это когда кто-то не успел выпустить патчик. Это невероятные ощущения. Поэтому сходу поставьте лайк, подпишитесь на канал, нажмите колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео и стримах, которые проходят ориентировочно с 12.14 и с 18 до 20 по московскому времени. Подпишитесь на Телеграм и Дискорд и оставьте свои комментарии. Что вы думаете по данному поводу? Итак, ребятушки, с чего начнем? Близзарды не успели, очевидно, выпустить у нас 10.2.7 вместе с сезоном. Видимо, совсем заработались. Молодцы. Бедненькие. Молодцы. Хотя, может быть, какая-то логика в этом была. Сейчас, типа, люди наигрались. И вот 8 числа у нас будет патч. И что же он принесет? Первое, что он принесет, конечно же, квестовую цепочку, ребятки. Квестовую цепочку на Ксалатат. А, собственно, что-то там в Долоран полетим. Что-то будем делать, бла-бла-бла, спойлерить не буду, да и сам не знаю. Ну, синематики, короче, посмотрим, что нам за это дадут. Вот это вопрос. Ничего нам, скорее всего, за это не дадут, кроме невероятных ощущений, надеюсь, не таких, как ощущения в Shadowlands, когда была лицевая анимация введена. Привет, я Сильвана. Когда их там так корежило. От этой лицевой анимации, только добавленной, что кошмар. Как они вообще такое, интересно, выпустили? Вот это вопрос тогда был, конечно. Что еще, ребяточки, у нас, да? Значит, дальше у нас новые будут традиционные сеты. Значит, многоуважаемых троллей и дренеев. Носок на носу и, соответственно, Гуччи и Витон на дренее. Чтобы это сделать, надо полностью прокачать с первого уровня тролля, либо дренея. И с 50 уровня можно выполнять, собственно, квестовую цепочку, начинать. Выполняете и получаете, да, эту, собственно, традиционную броню. То есть кому понравилось. На троллей вроде всем понравилось, но при этом какой-то есть к носку вопрос. Типа, ну, можно было покачественнее сделать носок. Не знаю. Мне, в принципе, нравится. ХЗ, что все так заволновались, да? Что еще, ребяточки, у нас? Также у нас будут добавлены новые цвета для причеса Култироса. Ну, такое, да, то есть, как бы, окей, спасибо за цвета. Также, ребяточки, у нас будут бонусно обновлены разнообразные новые ивенты появятся недельные. Пока непонятно какие, но вроде как анонсированы, да? И также апнется каким-то образом огненный фестиваль, который ждет нас попозже, летом уже, да? Посмотрим, что он с собой соответственно принесет. Будет также, ребяточки, добавлен новый УИ для стойл охотников. То есть заходишь в стойло, и там все по-новому выглядит. Ну, не знаю, как это и зачем. Ну, наверное, окей. Как бы ок. Непонятно, да? Что еще, ребяточки? Ну, классовых изменений каких-то особых не предвидится, насколько я вижу, да? То есть все как было, так и осталось. Уже все, что можно к началу сезона, они потрогали и изменили, да? То есть вот такой у нас контент выйдет 8 числа. И это, собственно, такая основа, грубо говоря, недельку нам, чтобы пройти вот эти все доступные сюжетные моменты. Может, кому-то там неожиданно традиционную броню получить. Скажем так, все перед основным важным событием, которое ждет нас уже 16 мая. Да? Забавный факт, начинается 16 мая в 20.00 по МСК, ребят. У нас Пандария начинается, да? Ремикс Mist of Pandaria. Кто не знает, что такое Ремикс of Pandaria? Давайте еще разочек повторю, в новостных рассказывал. Да, вкратце, в чем суть? Нас отправляют, как во время пиратской бури, нажать отдельную кнопочку в углу экрана на входе на персонажей. Нажимаете, создаете персонажа. Этот персонаж по итогу будет прокачиваться на максимального левела. Dragonfly для этого не нужен. То есть с нуля он будет прокачиваться до максимального левела и потом перенесен в основную актуальную версию игры, как персонаж, ну, какой-то, да. При этом у него, естественно, заберут все шмотки, все заберут, всю голду заберут. Но типа как будто персонажа вы прокачали. Поэтому если хотите прокачать себе кучу персонажей, это отличный способ прокачать кучу персонажей, провести хорошо время, ну и плюс там всякие будут фишки. Одна из фишек — это вот плащ, да, который будет апать прокачку там на 422%, что ли, что-то такое, или 344. Короче, много процентов прокачки. Вроде прокачка будет в теории быстрая, надо будет плащ прокачивать, вставлять какие-то камни в одежду, как в сезоне мастерства эти будут давать какие-то там скиллы, эти камни одежды. Прокачивать каждую одежду можно будет, прямо вот на первом левеле получил шмотку, можешь ее докачать хоть до максимального левела, да, на котором ты будешь. Но проще, конечно, получить шмотки до максимального левеля и там уже их качать, скажем так, да, то есть какие-то миллиарды маунтов, трансмогов, достижений и так далее, и, опять же таки, быстрое все прохождение
каким-то образом всех этих локаций. Так что будем смотреть, что у нас тут появилось интересного. Я обязательно по этому поводу сделаю отдельное видео. Когда эта тема выйдет, 16 числа, наверное, от меня какие-то видосы можно спокойно по этому поводу ждать. Даже не знаю, на самом деле, какие видосы ждать от меня, если честно. То есть, ну, скорее всего, видосы будут по какому принципу? Наверное, какой-то там типа залутать весь трансмог, где он есть. Вот такого рода, да, вещи, как максимально быстро прокачаться, может быть, как прокачать быстро плащ. Возможно, все это вместе в одно видео, возможно, в несколько видео. Так что ждите плотного рассказа, что у нас там будем делать. Будем врываться в этот ремикс Пандария. Если что, скиллы там будут браться и персонажи, в общем-то, от основного Варкрафта, то есть там будут драктиры и так далее, да, то есть мы отправляемся как будто бы в прошлое, так сказать, по-быстренькому пройти Пандарию. Подземелья, рейды, Пандарии тоже вроде как там будут доступны. Маунты тоже доступны. Рынок специально отдельный, специально отдельная валюта, чтобы покупать кучу, опять же таки, трансмога, что является приятным бонусом. Не выбивать, а скорее фармить на то, что вам нужно, что приятно, да. То есть вот такой у нас ждет ивент. Посмотрим, понравится или нет. Мне уже заранее не нравится. Знаю, что, скорее всего, большинству людей понравится, и многие оплатят ради этого подписку, но мне, скорее всего, не понравится. Потому что, ну, не знаю, качать персонажа, ну, то есть во всей этой истории слово «качать персонажа» меня смущает, если честно. Я не хочу качать персонажа, вот в чем дело. То есть такое ощущение, что разработчики всегда хотели сделать прикольно, а потом такие, а может персонажа ему качать, чтобы подольше. Не знаю, не люблю я качать персонажей, как будто бы это уже, ну, очень уныло. У меня просто 50 персонажей максимального уровня. Вот, не люблю качать персонажей. Да, поэтому, собственно, и не люблю качать персонажей. Так что не знаю. Что нас там будет ждать? Скорее всего, все, в общем-то, моменты, типа как с актуального Вова будет работать, то есть гильдия и фракции смогут друг с другом спокойно играть. Орда Альянс, я, по крайней мере, на это надеюсь. Будем смотреть, что происходит, потому что выглядит ивент крайне сомнительным, как будто бы какой-то эксперимент над нами. На минималках запуск Пандарии, как будто бы, знаете, прощупать почву, а после катаклизма приступать ли к старту Пандарии, да? Она же Пандария была после катаклизма же сразу, по-моему, да? Вот, как раз-таки такой тест. Интересно людям будет ли в Пандарию классическую поиграть? Потому что все в какой-то степени задумываются, а до какого момента будет идти классические версии игры? Ведь там будет, откровенно говоря, не очень патчи, типа Дренора, который не все любили далеко. Пандарии еще любили, да? А вот Дренор, это уже прям вопрос для многих. Хотя мне Дренор понравился, очень был атмосферный. И квесты классные. А делать тут было нечего, это из минусов. И гарнизон мне нравилось строить очень сильно. Такая вот у нас история. Так что будем ждать, ребята. Уже очень скоро осталось. Ждите видосы, как всегда. Остальные видосы тоже будут выходить. В том числе и на рейд вот этот вот, да. Последний тоже выйдет у нас тактика. И куча других видосов, которые я еще напишу. И я надеюсь, вам понравилось это видео. Было максимально полезным. И как всегда, ребяточки, бэк-бэк-бэк-бэк-бэк.